Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 3 серии. Вот в таком виде машина приехала ко мне на ремонт. Капот уже поменяли, немного разобрали. Итак, левое заднее крыло. Тут мы будем ремонтировать. Правое заднее крыло будем менять. Задняя дверь уже заменена. Хозяин повесил. Ну и правое переднее крыло тоже меняется, оно уже снято. Также буду делать перед. Лонжероны сейчас стоят не на месте. Устанавливаем машину на стапель. Теперь немного доразберу зад. Итак, ремонт этой машины начну с самого легкого, с левого заднего крыла. Сначала я его вытяну. Затем при помощи споттера отравняю.
Итак, левое крыло я закончил. Теперь приступаю к ремонту правого заднего крыла. Его я вытяну и затем заменю. С донорского куска беру только нужные мне части. Примеряю крыло, затем выравниваю соединение. Вместе соединений вложил вкладки обязательно. Здесь сварочный шов будет крепче. И затем устанавливаю крыло и прикручиваю его саморезами. Установил задние фонари, заднюю дверь и сейчас проверяю зазоры. Зазоры в порядке, могу сваривать. Итак, ремонт задней части я закончил. Могу приступать к ремонту переда. Мне придется отравнять лонжероны, они чуть кривые. Верхние части лонжеронов. Первым делом я снимаю подрамник.
подрамник согнутый от удара. Его заменим. Как можете видеть, этот лонжерон снизу имеет складки. Их придется как-то вытянуть. Самое плохое то, что на месте крепления подрамника. Ну и левый лонжерон немного согнут. Вот есть залом. Его надо убрать. Ну что, приступлю к работе и начну я с левого лонжерона. Левый лонжерон закончил, залом вытянул, потом все надо подкорректируем. Теперь приступаю к ремонту правого лонжерона. Теперь обязательно измеряю диагонали, чтобы знать примерно, что куда тянуть. Тяну и постоянно измеряю. Последние удары кувалды. И теперь я начинаю собирать весь перед. Ну что, на этом этапе я свою работу закончил. Заняла моя работа 50 рабочих часов. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!